Добрый день, друзья! Приветствую всех в игре SnowRunner, с вами Егор, и мы продолжаем прохождение карты Greywoods, Висконс, США. Так, сегодня будем важные там два моста, по-моему, два или три. Ну, как сколько успеем, столько отремонтируем. Ну, один точно надо сделать. Очень важный мост, северный мост, и там еще деревянный мост, постараемся сделать. Итак, взял я этот Урал, как он там называется, 5423. И везу я металлбалки с карты Black Badger Lake, потому как там, ну сейчас покажу, ребята. Где этот северный мост, блин? Вот он, северный мост, потому как металлбалки здесь, ну, изготавливаются, по-моему, вот на этом самом, на сталепрокатном заводе. А туда, короче, переехать, ну, блин, ну никак. Либо объезжать, короче, ну такое. А как объезжать? Тут тоже вот южный мост. Короче, в итоге я, ну, сюда нужны, допустим, запасные части. Здесь-то есть, по-моему, на рельсовом или на каком заводе. А, вот на этом. На в ангаре вот здесь склад. Здесь можно взять. Но балок нигде нет. Даже каркасов нигде нет. Так что придется мне таки с другой карты перевести пару балок хотя бы. Вот, северный мост. Этот мост должен был связать завод и железнодорожную станцию. Нужно завершить задуманное и достроить мост. Ну вот из-за этого, связки из-за этой, нет возможности съездить на именно на завод. Объезжать тут вообще непонятно куда. Так, ладненько. Поехали, ребятки. Нас ждут великие дела. Поехали на этом Уральчике. Я думаю, еще, короче, еще зацепить один каркасик. Вот он здесь. Я думаю, здесь от перехода недалеко. Ну, чтобы под завязку загрузить. У меня тут еще лезет одна металлбалка. В принципе, я думаю, захватим, так сказать. Ну, там еще один мост, тоже две металлбалки, но я хотя бы одну потом могу привезти или сделать там на том же заводе. Но одну все-таки проще даже привезти, если с карты Black Badger Lake на карту река Greywood. Ну, есть свои заморочки, короче, видите. Здесь еще есть металлические каркасы, а там вообще нет. Ну, там зато рулоны есть, металлорулоны, в принципе. Завод недалеко, но вот именно из-за этого моста, блин, нет возможности как-то изготовить металлбалку. Ну, ничего страшного. Сейчас мы его сделаем, мост, и нам будет... Нам уже будет доступ к этому заводу. Отлично. Очень важный мост. Так, ну главное сейчас перевести. Скачал я пак прицепов другой новый, тот удалил. Такой вот прицепчик, ничего. Тот какой-то глючный, блин. А этот, ну, тут меньше прицепов, конечно, но все же такие, знаете. Ну, пока никаких багов я не вижу от этих прицепов. Ну, а там посмотрим.
Чего ему не поставил постоянный дифференциал? Так еле-еле. Ай-яй-яй. Вроде грязь такая небольшая. Но, блин. Что-то этот Уральчик еле тянет. Проходит, но медленно, очень медленно. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Плохо у него резины вообще практически нет. Мало очень, очень мало. Так, уже почти выскочили. Опять жиза, блин. Ой, ё-моё. А что они так делают, эти проходимости? Ну никакую, блин. Ну он же ж... Вот вам и моды, ребята, делают. Кто такие заказывают, хрен пойми, блин. Даже на первой пониженной не хочет вообще ехать. Подвеска высокая, и нифига он не едет.
Я сейчас посмотрю, где эти металлбалки. Нет, стой. Надо объезжать. Хренать, блядь. Разогнался чуть-чуть, на. Не, какой-то мне этот Урал, честно говоря, неудобный, блядь. Не знаю. Я так заправлюсь на всякий случай. Ну, покатался. Посмотрим. Что-то мне он не очень, честно говоря. Всегда можно удалить, так сказать. Слабенький, слабенький. Еле-еле, еле тянет. Все приходится включать. Дифференциал. Пониженную, да. Сейчас я ему еще одну балку загружу. Посмотрим, вообще, наверное, станет. Так, к переходу мы добрались. Я хотел бы еще зацепить одну металлбалочку. Да ё-моё. Кирпичи, вот она. Красивые места. Карта, мне вот карта понравилась. То есть регион. Ну и обе карты. Регион Висконсин. Классный. Реально красивый. Добрались. Одну балочку с коммуниздим. Так, теперь бы развернуться на нем. Ай-яй-яй.
Теперь поползли. Блин, тоннаж не маленький. Теперь наверх. Ну, на повышенной, блин. Поскакали, так сказать. На повышенной что-то потихонечку вроде. Вроде как даже быстрее. Ну, главное не забуксовать. Все, хорош, хорош. Пониженная. Давай еще чуть-чуть. Летели. Блин, нагрузил модов. Систему. Так, северный мост металлбалки. Где он у нас тут? Так, гараж. Ну, блин, благо, что тут хотя бы по асфальту ехать. Ой. О, покатились.
подъезжаем. Одна палка пойдет на другой мост. Там южный мост, северный, южный мост, еще деревянный. Ну, южный тоже нам нужен будет. Вот этот северный, блин, самый значимый. Не кататься, хрен знает откуда. Стоп, 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 стоп. Чуть не провтыкал. Налево. Так, этап завершен, блин. Следующий этап у нас запасные части. А мы пересядем на другой автомобиль. Я, кстати, тут нашел International Paystar. Я на нем не катался, открыл таких. Автомобиль, ну не знаю, поедем сейчас, заберем на нем. Так ничего в серединке, знаете, прикольно. Заберем сейчас эти самые запчасти. Так, налево, да, или куда? Что, мягенько пока так идет. Три ячейки у него груза. Платформа на три ячеечки. Так ничего, блин, прикольно. И подхрюкивает дизелек. Ну так, знаете, мягенько идет. Штатный автомобиль. Сюда. Блин, я не туда поехал. Хотя мне, блин. Придется через... Пробираться через это. Через рельс. Видите, блин, южный мост. Через южный мост надо теперь ехать. Он не построен ни хрена. Приходится ехать по ЖД путям. А что поделать, блин, ну там объезжать реально.
Сейчас уже хотя бы этот мост построен. Уже будет неплохо. Запасные части. Да, три ячейки, но мне две надо, два груза. Также и это самое, и выруливаем, так сказать, с ребятки. Он такой мягенький, классный. По проходимости пока не знаю. Ну, мы тут, что мы тут по гравию, так в траве ездим. А, как он там? Сейчас может на нем за металлбалками смотаемся, посмотрим. Так пока, блин, потихонечку идет, проходит. И вид у него какой-то не туманный, более-менее от первого лица. Вот это супер, вот это класс. Теперь доставлять изделия с завода станет гораздо проще. Благодарю за помощь. Конечно, проще, нифига себе, блин, кататься хрен знает откуда. Так, а где мой южный мост еще? Давайте построим южный мост. Вот он тоже, видите, запчасти 2, блин, надо было 3. Этот мост в свое время так и не достроили. Нужно доделать работу, чтобы у нас была связь с этой частью региона. Опять металлбалки. Так, а где он, блин? Вот он, назад надо. Ой, блин, разворачиваться надо. Довести сюда. Металлбалки. Так. Я этот сейчас заглушу. Пересяду на Paystar. Ой, блин, на этот. Сейчас как-то развернусь. Тихо. Вот уже полегче ему даже. Смотрю, так бодренько стал ускоряться. Давай, давай, давай. Так, я же правильно еду. Да. Ну вот, вот как ему. Насколько ему легче сейчас. То ли, блин, тоже моды не подстроены под эти самые. Стоп, сюда, не сюда. А, сюда, все правильно. Не настроены под эти платформы, ну именно. Под эти полуприцепы. Громоздкие. Кто его знает?
я не в курсе, я, ребят, что тут как-то с физикой, с этой, как они тут их настраивают, эти автомобили. Так, потихонечку спускаемся. Смотрите, как бодрячком полетел. Не, ну они же ставят им низкие и высокие седла. То я не знаю, должны были нас. Ну, вот как-то так. Проходимость, видимо, они среднюю, может, поставил. Он, мне кажется, ниже среднего. Ну так вот он с одной металлбалкой, блин, шпарит нормально. Дехантос. На поистальчике хочу покататься. Так, а теперь надо нам в ангар вернуться. Металл рулоны, блин. И отвезти на завод. Ну, опять же, тем же макаром, ребята, едем. Загрузим металлорулоны. Блин, классно так идет, мягенько, офигенно. Так, грузимся. Металлорулоны. Я вот только не знаю, у него баки есть какие-то? Не, нифига. Доп баков нету. Ну, штатный. Какие тебе доп баки? Кстати, там тройной, я двойной поставил, кажется. Да, ну,
Без разницы, можно одинарный ставить, но звук меняет сигнала, естественно. Так, стоп, я, блин, хоть правильно еду. Да, вот он. Заводик. Ну так вроде ничего пока проходит. На автомате. Так что можно играть им штатным. Отлично. Я, правда, не посмотрел, что там у него с аддонами. Я, по-моему, платформу поставил. Ну, вроде так, аддонов немало. Плюс ему еще цепляются некоторые аддоны от модовых автомобилей. Ну, автоматом переходят. Нормально, блин. Классный, неплохой автомобильчик, серьезно. Мне так понравился он. Поездарчик. Тихо. У меня запчастей нету ему. Так, разгрузка. Металлбалки. Да ё-моё. Так, грузим металлбалку. Ну, не, металлрулоны не надо. Сколько нам заправки хватит? Так, где этот мост южный? Мадафак. Отлично, поехали. Смотрите, как прет. Это я на автомате еще дифференциал не включал. Ну плюс тут дороги более-менее. Ну он так классно едет, блин. Да тоже буду штатными играть. Ну, которые реально такие, знаете, более-менее проходимые и более интересный автомобиль. Там же с этим, с новым сезоном тоже какие-то автомобили появились. Но нужно исследовать мир. Найти, короче, их нужно. Они мне пока недоступны, так что я не знаю, что там у них с проходимостью и как они там. Ну, так смотрю в Ютубе, ребята катаются, кто уже проходит там 10-й сезон. Мне еще пока туда далеко. Тут еще куча, блин, всего. Хотя Висконсин регион, ну, не такой уж и огромный. Две карты, но по сравнению... Тоже предыдущая карта была, тоже Северная Америка, как регион, то есть. Забыл уже, блин. То там заданий побольше, конечно. Даже вечером классно видно.
Рация даже висит. Смотри, на автомате пру. Этап закончен. Слава. Так, запасные части. Опять же нам. А, ну мы тут, короче, можем и так заехать. Ну да, развернуться им, конечно, так быстро не получится, но... Ну, мне он понравился, автомобиль. Я его перед записью видео смотрю, стоит там, блин, на заводе. Правда, блин, так тяжело мне было туда подъехать без... Ну, мостов нету. Но я взял там... скаут шамана, ну как-то пропетлял, короче, через реку там переплыл, забрал его, нужно же было его обнаружить. И не зря съездил, реально мне этот автомобильчик понравился. Так, сейчас загрузим. Тормози! О, а кушает он немало. Ну, в принципе, нам хватило. Сейчас как раз достроить мост хватит, и потом в гараж переместиться.
Зашибись. О, замечательно. Этот мост поможет нам ускорить доставку бревен со станции лесозаготовки. Так, эвакуируемся. Давайте я еще посмотрю, что у него за аддоны есть. А, ну это полуэкран. Все это от модов. От модовых авто, от модовых прицепов. Вот тоже. Можно бревна перевозить. Но у него низкое седло. Я не знаю, но мне кажется, и нафиг не нужно. Так, не знаю, хотелось бы еще построить мостик один. Тормози. Давайте я сейчас посмотрю, где он. Еще один мостик у меня. А, я его, блин, его нужно забрать, ребята. Деревянный мост. Ну, здесь оно. Как бы и не особо, но. Ну, давайте посмотрим, что там за мост еще. Потому что я не смог забрать эту задачу, так как надо там, надо было построить эти мосты все, чтобы к нему подобраться. Так, ну здесь правильно делать. А ни хрена неправильно. Большая труба. Где этот мост? И вид от первого лица класс. Приятный такой. Едешь так мягенько все. Так, я сейчас посмотрю налево. Можно и сюда, в принципе. Дой туда. Кстати, вон деревянные доски, по-моему, есть. Ага. Так, вот он, ребятки. А, ну давайте возьмем, сделаем. Мост к моему дому совсем обветшал. Обветшал или как? И недавно развалился окончательно. Теперь я не могу заехать на свой участок. Приходится лезть по скалам, чтобы оказаться у себя дома. Поможешь восстановить этот мост? Я, кстати, и лазил тут тоже. Но я же говорю, я не мог сюда добраться, не знаю. Где-то я КамАЗом тогда катался тут. Петлял, ну туда вот именно
Ну вот деревянные доски мы сейчас заберем рядышком и выполним как раз. Отлично. Все как по фен-шую. Да, ему бы, блин, или бак больше сделать литров. Было бы неплохо, ну. Ну вот, дверь. Разберем чей-то дом и построим человеку мост. Дачу разобрали чью-то. Поехали. Супер. Спасибо тебе. Как же хорошо, когда к дому не приходится крапкаться полчаса, а можно просто приехать. Да, пожалуйста. Все, ребятки, на сегодня все. В следующем выпуске я планирую, ну, именно SnowRunner, выполнить вот эти два состязания. Теперь хоть добраться к ним можно будет. Все, ребятки, всем мира, добра, здоровья и до встречи.